Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в пленарном заседании 15-го съезда Всероссийской политической партии «Единая Россия» под руководством председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева. По окончании съезда Андрей Воробьев, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул важность задач, сформулированных в докладе Дмитрия Медведева. «Я надеюсь, что эти инициативы не просто лягут в программный документ, но будет сформирована дорожная карта по их реализации», — сказал глава региона. 1-й заместитель главы Ленинского района Елена Добрина на очередном оперативном совещании проинформировала присутствующих о рабочем визите в район заместителя председателя правительства Московской области Геннадия Елянишкина, целью которого являлся контроль за строительством социальных объектов, детских садов, школ, поликлиник. Главная задача администрации района и поселений, профильных служб – осуществление постоянного мониторинга ситуации на каждом из возводимых объектов с целью своевременного ввода в эксплуатацию. Госавтоинспекция напоминает, что с 1 января платить штрафы ГИБДД можно с 50% скидкой, но это возможно только в течение 20 дней. Для более удобной оплаты можно воспользоваться мобильными приложениями, которые работают как на базе Android, так и на базе iOS. Также можно обратиться в любой банк или воспользоваться банковским терминалом, осуществляющий прием платежей штрафов. «26 февраля во Дворце спорта «Видное» состоится подведение итогов социально-экономического развития Ленинского муниципального района за 2015 год. Приглашаются все желающие. Начало мероприятия в 14 часов».